Всем привет. Ну вот уже то, что я показывал вам, рисовал проект. Вот он, этот проект уже строится. Вот так он выглядит. Видно, да? Ну, шлак не отбивается. О чем я вам рассказывал? То есть вот балки у нас, да, вот они, балки верхние, между ними 70 сантиметров, понятно, да? Вот крайнюю балку можно поближе, потому что сюда весь груз будет, если снег, например, выпадет. Ясно, да? Вот что я тут переиграл, не стал. У нас труба теперь вот эта вот 60 на 40, поэтому буквой Т я не стал делать внутренние трубы. Вот буквой Т не стал делать их, достаточно и этих. К стене вот так вот заанкерился, забил арматуру, приварюсь, и это на 100 лет. Вот что еще варю сварочным аппаратом или течь. Вот так вот выглядит он. Очень длинные кабеля у него такие, если в сумме, то метров 10 где-то. Видите, да, какие кабеля? Вот они, вот идет, и вот он, держак. Так, что еще? Вот дверной проемчик у нас. Сказали пошире сделать. Вот. Здесь я наружу приваривался обшивку. Здесь внутрь. Так как лист будет привариваться до вот этой вот балки верхней. Понятно, да? Вот. Здесь я анкерился, вот такие пластины в бетон заанкерил. Видно, да? Такие вот пластины, по два анкера. По два анкера пустил, и все будет держаться, никуда не денется. Так, что еще? Ну все, там еще калитку доделаю, покажу уже потом, какая калитка, то есть дверь, да? Потом этот самый, обошьем его. Ну, швы какие еще показать. Ну вот я соединял вот трубу. Соединял трубу соединителя, вам стык покажу. Вот. Так вот потолки везде обварены. Ну шлак не сбивал, короче. Видно, да? Вот. Так, какой... Болгарочка, как всегда, моя любимая. Калибр. Вот такая вот болгарочка. Вот такой вот перфоратор. Или течь тоже, как и сварка. Нормально долбит. Вот его характеристики. Для домашних вообще дел замечательный. Вот этот бур я еще год назад покупал. До сих пор он работает. Вот электроды МР3 3 мм. Вот. Сейчас покажу.
Видите, МР3 3 миллиметра. Ну, поехали дальше работать. Смотрите, ребята, покажу вам, короче, за разом, как варить, пристыковывать такие тонкие трубки в вертикальном положении, да? Так, сейчас я возьму электрод. Вот, смотрите. Вот таким углом, под таким углом. Просто зажгли электрод и опускаете его вниз. И все. Показать не могу. Хотя, в принципе, давайте сейчас попробую показать. Вот возьму сейчас свой электрод. Прихвачу их. Вот, смотрите. Ампер у меня там стоит. Ампер 90 стоит. Смотрите, как я это буду делать. Вот и все. Смотрите. Вот так стыкуются трубы. Сверху вниз провел и все. И не надо мучиться снизу вверх, вот это вертикал. Понятно, да? Вот на таких амперах я это варил. Почти 100 ампер, но тут удлинители такие, смотрите. Видите, какое? То есть по-любому теряется напряжение. Где-то ампер 90, короче. Вот такие, ребята, швы получаются сверху вниз. Видно, да? Вот, это угловое соединение у нас тут. Так что вот сверху вниз, видите, тонкий металл варится отлично. Но только тонкий металл варить только можно так, и все. Так, ну вот каркас закончил. Вот такой вот получился. Вот сейчас посмотрим, что там у нас за калитка есть. Вот такая дверь. Такие вот навесики. Здесь под замок сделал. Вот так она открывается. А ну, Сань, поснимай меня чуть-чуть. Человек сделал дело, красиво все, отлично, все, можно жить летом, красиво все сделано.